Вітаємо вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Це вас хвилює» в студії Нелі Толмач. Традиційно о цій порі ми піднімаємо найактуальніші проблеми зі сфери здоров'я людини. Справа в тім, що минулого тижня за дорученням Кабінету міністрів України у нашій державі були проведені заходи щодо безпеки дорожнього руху. Саме з цієї нагоди сьогодні до нашого ефіру ми запросили людину, яка добре знається на наданні першої невідкладної допомоги. У нас у гостях Олег Микитович Новіцький, завідувач учбового центру з підготовки парамедиків обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Олеже Микитовичу, доброго дня. Дякую, що ви сьогодні з нами. Насправді дуже важлива тема сьогодні в нас в ефірі, і від того, наскільки сьогодні ми зможемо пояснити суть надання першої медичної допомоги, можливо, ми врятуємо чиєсь життя. Шановні друзі, я хочу запросити вас до спілкування. Телефонуйте за номером, який періодично з'являтиметься на ваших екранах. Приєднуйтесь до нашої бесіди. Сьогодні ми говоримо про дуже важливі аспекти надання первинної медичної допомоги людині, яка зупинилася в якійсь кризовій ситуації. Отже, Олеже Микитовичу, перш ніж ми перейдемо безпосередньо до справи, тому що в нас у студії є макет, і безпосередньо сьогодні ви побачите, друзі, основні етапи надання цієї допомоги. Розкажіть, будь ласка, про центр, який ви представляєте. Дорогі друзі, сейчас уже исполнилось 10 лет с той поры, когда образовался впервые такой учебно-тренировочный центр на базе областного центра экстренной медицины и медицины катастроф. Дело в том, что за это время мы сталкиваемся постоянно, ежедневно, с сообщениями о каких-то катастрофах, о каких-то авариях. Катастрофы могут быть при этом и как техногенные, так и природные. А в настоящее время присоединились еще и социально-политические катастрофы, к которым относится и война, которая идет на Востоке, и к этому же относятся террористические акты, которые тоже происходят, или элементы этих террористических актов, о которых тоже мы ежедневно узнаем из печати и из телевидения. Поэтому должен вам сказать, что через наш центр, в котором мы как раз готовим наряду с парамедиками медицинских работников, это врачи и фельдшера скорой помощи, медицинские сестры, но наряду с этим несколько программ у нас существует для парамедиков. Кто такие парамедики? Да. Это люди, которые не имеют медицинского образования, но в связи с особенностями своей работы они сталкиваются иногда со случаями, где страдают здоровье и жизни людей, даже быстрее или раньше, чем туда добирается скорая помощь и другой медицинский работник. Это кто? Это спасатели, это работники милиции и автоинспекции, или как там будет в дальнейшем у нас называться, видимо, полиция. Дорожной полиции. Да. Это все остальные люди, которые не имеют медицинского образования, но хотели бы получить какие-то. У нас есть несколько программ, начиная с 12-часовой, самый, что ли, низкоквалифицированный уровень, и кончая 120-часовыми программами. Это для спасателей, которые ежедневно с такими случаями сталкиваются. И должен сказать, что даже если бы не было таких грозных событий, которые происходят сейчас вокруг нас, ну, нельзя обойти молчанием и то, что произошло во Франции, в Париже, вы конечно, знаете. Конечно, время современное очень, как бы, такое насыщенное. Такое, да. Но даже если бы не было таких грозных событий, то ежедневно мы получаем сводки о том, что произошли автодорожные происшествия, как на территории нашей области, так как по Украине в целом и в мире тоже. Дело в том, что в мире от автодорожных происшествий ежегодно гибнет не менее миллиона человек, даже несколько больше. Статистика очень яркая. Безусловно, каждый из нас, выходя из дома, уже является участником дорожно-транспортного движения. Да? И в какой роли окажемся мы, не дай бог, никто не знает. Тем не менее, должны иметь при себе багаж знаний относительно того, что делать в таких ситуациях. Да, к сожалению, это все точно так, как вы и говорите. Даже несколько дней назад у нас погиб врач,
попал под машину. Так что никто из нас не застрахован в том, что мы можем оказаться как участниками дорожного движения, так и соучастниками поневоле иногда таких приключений, где мы должны и вспомнить, и оказать даже самопомощь и взаимопомощь. Олег Никитич, вот вы хирург высшей категории, 50 лет стажа в этой сфере. Вот знаете, вот когда лекции происходят, понятно, что вы работаете на аудиторию, но когда вы один на один прорабатываете, я больше чем уверена, что какие-то напутствия своим будущим коллегам вы делаете. Вот что самое главное надо сказать, чтобы человек, мы же все люди, мы можем растеряться, мы можем потерять вот то драгоценное время, которое будет стоить кому-то жизни. Самое интересное и неожиданное, что я в первую очередь даю напутствие этим людям, которые будут оказывать медицинскую или, скажем, домедицинскую или первую медицинскую помощь, я им даю такое напутствие, чтобы они в первую очередь при этом беспокоились о личной безопасности. Правда? Это важно? Это на первом месте. Во время оказания этой помощи на первом месте именно ваша личная безопасность тех, которые оказывают эту помощь. На втором месте это того пострадавшего, ну а уже там на третьем месте всех остальных, которые оказались в этом же тоже месте. Давайте проговорим, это вот личная безопасность человека, который оказывает в данный момент помощь. На что надо обращать внимание, потому что идет, знаете, из ряда вон выходящая ситуация. Иногда даже не запоминаешь какие-то моменты, потому что это стресс для всех, кто находится вот в такой ситуации, правда? Совершенно верно. Дело в том, что мы в первую очередь, когда собираемся оказать медицинскую помощь, обращаем внимание на место происшествия. Так. Мы смотрим, насколько опасно для нас лично это место происшествия. Скажем, этот пострадавший может лежать после взрыва под стенкой, которая, ну, буквально на честном слове где-то там стоит и вот-вот обрушится. Мы, движимые самыми благородными чувствами, бросаемся ему оказывать помощь. Забывая и оказываемся погребенными под этой же стенкой, да, или под какой-то балкой, которая может на него обрушиться. Или лежит он возле автомобиля, в котором прострелен бак, течет бензин, и только какие-то секунды нас отделяет от возможного взрыва, который и нас может тоже заставить быть пострадавшими рядом с ним. Поэтому в этих ситуациях мы думаем о том, что может его переместить в безопасное и более безопасное место, и только там уже оказывать дальнейшую нашу медицинскую помощь. То есть, если человек попал в такую вот ситуацию стрессовую, кризисную, опасную для жизни, прежде всего надо остановиться и оценить, насколько это угрожает собственной жизни. Правильно. Дальше уже вот такое вот, наверное, какое-то размеренное, отключать эмоции и создавать вот этот вот баланс безопасности для себя. Потому что это может быть и трасса какая-то, правда, ведь если мы всё говорим о дороге. Всё это есть. Даже не только это. В конце концов, вы великолепно все знаете о том, что в Украине очень большой процент ВИЧ-инфицированного населения. В Украине очень много больных туберкулезом. И мы, оказывая эту помощь, вынуждены, скажем, дышать этому пострадавшему изо рта в рот, изо рта в нос. И при этом имеем шансы заразиться. Дополнительно заразиться. Конечно. Так что опасность и здесь нас подстерегает. И мы должны, конечно, по возможности, потому что у медицинских работников эти возможности больше, они будут оказывать эту помощь аппаратным дыханием каким-то, а у нас с вами, кроме рук, глаз и желания. Я иногда люблю шутить, еще немножко мозгов, ничего у нас больше нет. И мы оказываем как раз вот этим набором, который у нас имеется. Олег Никитич, благородное дело, и очень хорошо, что вы сейчас нас будете учить. Что же мы должны сделать вот такой вот экстренной ситуации? Какие виды помощи можно оказать человеку? В такой ситуации мы должны делать 4 шага. Так. Первый шаг, я уже вам сказал, мы осматриваем место происшествия на предмет, конечно, думаем о том, насколько оно нам опасно. Если оно опасно для нас, мы туда просто не идем. Там работают милиция, там работают спасатели. Мы оценили место. А если не работают? А если не работают, я уже сказал, думая тоже о личной безопасности,
безопасности, мы где-то перемещаем Понятно. Его в более безопасное какое-то прикрытие, и там осуществляем это оказание помощи. Если он сидит за рулем без сознания, мы там, естественно, не сможем реанимационные мероприятия провести. То есть мы его должны предварительно, бережно, по возможности извлечь оттуда, и в этом заключается наш первый шаг. Дальше вторым шагом является первичный осмотр этого пострадавшего. При этом мы обращаем внимание только на две или три вещи. Мы обращаем внимание на наличие или отсутствие у него жизненно важных функций организма. Так. Мы начинаем с этого. Нас интересует, есть ли у него сознание. Это мы выясняем тем, что к нему где-то обращаемся, да, или где-то ущипнем его, чтобы он обратил внимание, даже болевое какое-то ощущение. Мы оцениваем наличие или отсутствие дыхания, наличие или отсутствие сердечной деятельности. Для дыхание проверяется самым простым способом. Давно уже никто не занимается этими зеркальцами, которые подносят к рту или к носу. Никто там ниточки не берет. Мы наклоняемся над пострадавшим, обычно вот таким вот образом, как я сейчас это сделал, ухом прислоняемся к рту и носу его, и при этом включаем три органа чувств. Органы слуха, мы слышим сам звук дыхания, осязание, мы чувствуем струю воздуха на нашей щеке, и глаза наши смотрят на грудную клетку, а еще сюда можно покласть ладонь и обратить внимание, имеются или отсутствуют дыхательные экскурсии. Все. Этого достаточно 10 секунд максимум, и мы знаем уже, есть у него дыхание или нет. Даже если вот самое легкое, вот такое вот неглубокое дыхание, мы таким Все равно образом мы определим. Улавливаем, да, Понятно. Таким же образом. Хорошо, дальше. Что делаем дальше? Ну, обязательно, если оно у нас, мы не обнаружили дыхание, обязательно интересуемся наличием или отсутствием пульса. Где же именно мы смотрим? Да. На сонной артерии. Как найти ее? Мы обращаем внимание, ну, я не взял все свои муляжи, если бы вы пришли в наш отдел, то вы бы там увидели Понятно. Более показательно это, но вот здесь у нас кадык, адамово яблоко, которое знает каждый. От него два пальца, второй и третий пальцы, скользят к задней поверхности шеи, и на уровне кивательной мышцы, каждый из нас тоже ее легко находит, мы обнаруживаем пульс или не обнаруживаем его, если он отсутствует. Мы даже здесь, под этой кивательной мышцей, между ею и там позвоночником, мы обнаруживаем. Вот. Еще 10 секунд, и мы уже знаем, что у этого пострадавшего отсутствует как дыхание, так и сердечная деятельность. Олег Никитич, можно просто, например, вот если, например, не определяется пульс, по себе проверить, вот где, да, вот у нас пульсирование. Это лучше всего, чтобы не тогда, когда случилась Понятно. Беда, а это проверить вот сейчас, пришли домой и потренировались, поискали сонную артерию. Легко, и с на дыханием, самом деле. Да, а не тогда, когда уже произошло. Пальчиками берем и тут же раз, она и проверяется. Скользят они к задней поверхности. Шеи, кивательную мышцу, вот та, которая поворачивает нашу голову, мы легко ее находим, эту артерию. Понятно. Ну, легко, я несколько преувеличил. Это легко для того, кто это уже определял. Но поэтому нужно тренироваться заранее, чтобы... Дальше, установив, что у этого пострадавшего отсутствует дыхание и сердечная деятельность, мы приступаем к оказанию первой неотложной медицинской помощи. Она заключается в чем? Что касается дыхания, то должны мы знать о том, что чаще всего дыхание прекращено у этого пострадавшего, если он находится в бессознательном состоянии, в связи с западением корня языка. Языка, правильно. И чтобы это устранить, существует такой тройной прием. Мы запрокидываем голову, как я вот сейчас сделал, максимально в шейном отделе позвоночника, открываем рот и выдвигаем челюсть нижнюю, таким образом, чтобы зубы нижней челюсти оказались впереди верхних. Угу. Это такой тройной прием. Если у человека только из-за этого прекратилось дыхание, и если сердечная деятельность у него еще есть, то он может тут же и задышать. Да. И мы с вами справились с задачей. Но, к сожалению, так бывает гораздо реже, чем наоборот. Поэтому мы вынуждены, если у него дыхание не восстановилось, делать искусственное дыхание. В настоящее время оно делается двумя способами. Или изо рта в рот, Олег Никитич, можно я сразу задам вопрос, который Конечно. Интересует? Вот мы открыли рот, но язык все равно запавший. Мы должны как-то его вытянуть? Или если...
Не нужно да, вытягивать. Пожалуйста. Это раньше мы так поступали. Да. Я сказал, что мы выдвигаем челюсть нижнюю за углы ее. Понятно. Вслед за челюстью идет корень языка. Понятно. Поэтому уже этот сам тройной прием, каждый из этих моментов играет тут свою роль. Голову мы запрокинули, выпрямили дыхательную трубку, да. Выдвинули челюсть. Я уже сказал, что мы установили возможность падения корня языка. Устранили. Ну, а то, что мы дальше будем продолжать дышать изо рта в рот или изо рта в нос, можем восстановить. Оно будет искусственный газообмен, но он может продлить жизнь клеток коры головного мозга, которые, к сожалению, после того, как остановилась сердечная деятельность и дыхание, там кислород будет всего одну минуту. Но еще 3-4 минуты она будет голодная, но как-то существовать эта клетка, а дальше отмирает. Да, понятно. Поэтому все это нужно сделать в течение этих первых 5 минут. Лучше в течение первой минуты. Тогда просто, наши да? шансы спасти этого человека повышаются до 95% случаев. А если это после 5 минут, то также и падают где-то до 5-6%. Но не останавливаться, правда? Если, например, мы начали, 5 минут прошло, и человек... Нет, дело в том, что мы, конечно, не останавливаемся. Мы продолжаем. Вот то, что мы дышим сюда, свой кислород, который у нас имеется в легких и немножко атмосферного, и то, что мы непрямым массажем сердца, что я сейчас вам продемонстрирую, мы газообмен осуществляем. Понятно. Он, правда, не такой, как в норме. Всего там 25% от нормального. Но, тем не менее, этого достаточно, чтобы клетки коры нашего жили. Поэтому мы, запрокинув вот так голову, и, видите, моя ладонь установлена на лбу пострадавшего, все-таки беспокоясь о своей личной безопасности, я или марлей, или платком носовым, или чем-то. Все, что есть, это не очень-то надежно нас предохраняет, но хотя бы эстетически улучшает нашу это. Я делаю глубокий вдох, наклоняюсь и выдыхаю ему. Я делаю два вдоха. Вот я хочу обратить внимание, что рот открывается очень широко. Вы своими губами, собственно говоря, как бы полностью охватываете рот пострадавшего. И в таком случае идет такой очень мощный поток, который выдыхается и заставляет работать механизм уже человека, который в этот момент не совсем справляется сам. Ну, и учитывая, что у этого пострадавшего отсутствует также сердечная деятельность, мы приступаем к непрямому массажу сердца. Ну, называется он непрямым, потому что существует еще прямой массаж сердца. Это когда грудная клетка вскрывается, хирург добирается к сердцу и своими ладонями массирует. Медики. В настоящее время этот метод почти не применяется, за исключением только если это произошло в операционной и сердце остановилось во время операции. Тогда. А всегда применяется непрямой массаж сердца. Суть заключается в том, что сердце находится в средостении между грудиной, вот она, вырезка, им очевидный отросток, и позвоночником. И когда мы грудину вдавливаем сердцем между грудиной и позвоночником, выталкивает ту кровь, которая в нем имеется. И когда мы руку отняли, значит, сердце снова наполняется кровью, и очередное нажатие приводит к тому, что она снова такое искусственное и дыхание, и кровообращение. Понятно. Какая периодичность? Говорю вам об этом. Мы, значит, технически, периодичность, три вдох, значит, два вдоха, 30 нажатий. Вот так. Это независимо от того, сколько бы нас с вами спасающих этого пострадавшего не оказалось. Только в настоящее время именно такой алгоритм. 2 к 30 и не больше. Поэтому я сделал, вы видели, два вдоха глубоких. Дальше руку я устанавливаю на середине грудины. Одну ладонь. Я нависаю над пострадавшим вот так, как я сейчас вот стою, всем телом. Руки у меня разогнуты в локтевых суставах. И начинаю делать вот эти, я разговариваю, время мы потеряли. Я уже это делал с самого начала. Два вдоха. Все, и тут же я начал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
30 нажатий, наклонился и сделал вдох. Олег Никитич, насколько они сильно должны быть? Грудина должна погружаться не меньше, чем на 5 сантиметров. Мы не боимся, что в этот момент могут и ребра поломаться? Мы этого не боимся. Мы, к сожалению, знаем, что это достаточно часто происходит. Особенно у пожилых людей, у людей тучных. Но мы не прекращаем эти реанимационные мероприятия. Мы их продолжаем. Ребра потом срастутся, да, если он будет жить. А поэтому мы продолжаем вот это до тех пор, пока или не восстановится дыхание и сердечная деятельность, или приедет скорая помощь. Я не успел сказать вам о том, что вторым шагом, я вам говорил, первый шаг – осмотр места, второй – первичный осмотр пострадавшего, а третьим – вызов скорой помощи в обязательном. Или сами мы вызвали, или попросили кого-то позвонить, и к этому времени, пока мы тут уже запыхались, приехала скорая помощь, нас отодвинула плечом, и у них уже имеется целый набор всевозможных инструментов и аппаратов для того, чтобы продолжить дальше эту реанимацию. Как может реагировать человек вот в этот момент, чтобы мы видели, что, например, наша помощь оказывается и в нужном направлении, мы, а может быть, мы неправильно что-то делаем? Значит, у этих пострадавших, которые находятся в это время в так называемой состоянии клинической смерти, помимо отсутствия дыхания, сердечной деятельности и сознания, у них имеются еще и другие признаки. Бледность кожи, серый ее цвет иногда, зрачки не реагируют на свет и расширены. И вот когда мы начинаем эти реанимационные мероприятия, по мере их проведения, мы увидим, что широкий зрачок вдруг становится узким. Обращаем внимание на это обязательно, то есть на глаз, да, или если глаза закрыты. Да, и начинает реагировать на свет. Это мы проверяем таким образом, прикрыв ладонью, потом убрав ее резко, мы видим, что зрачок, который расширенным был, тут же сужается, то есть реагирует на свет. Это уже приятный момент. Кроме того, вот я сказал 32, и так мы делаем 4-5 циклов, а потом делаем кратковременную остановку, во время которой я опять прислушиваюсь, не восстановилось ли у него дыхание, и щупаю пульс на сонной артерии. Если они восстановились, значит, мы уже наблюдаем за пострадавшим, придаем ему удобное, оптимальное положение, а на одном из, на боку, чаще на правом, но можно и на левом, если где-то там сломанные кости имеются. И продолжаем это до тех пор, пока не появятся признаки жизни. Так, Олег Никитич, у нас очень мало времени, тем не менее, я хочу очень большое внимание вот сейчас в конце нашей беседы. Расскажите, что делается неправильно, какие типичные ошибки людей, которые оказывают первую медицинскую помощь, и это стоит жизни, собственно говоря, пострадавшим. Пожалуйста. Дело в том, что самые типичные ошибки – это задержка с оказанием помощи. Если мы теряем время, извините, и начнем позже, я уже вам говорил, да, то все это скажется и на результатах. Поэтому главное, чтобы мы все это довели до автоматизма и как можно быстрее начали оказывать эту помощь. Второе, если нас хотя бы несколько человек, двое или несколько, должен обязательно быть лидер. Кто-нибудь должен командовать парадом. Совершенно верно, чтобы не было вот так вот, кто в лес, то по дрова. Дальше, вот когда мы делаем непрямой массаж сердца, мы считаем слух, если нас двое, чтобы я только произнес 30, как мой помощник уже наклонился и сделал 2 вдоха. Уже не нужно делать такие глубокие, как предыдущие. Нам достаточно вдохнуть 0,5 литра воздуха, и этого будет достаточно для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность этого человека на протяжении того времени, что мы оказываем помощь. Ну, что еще, какие ошибки? Преждевременное прекращение. Этого ни в коем случае нельзя допускать, хотя бывают такие случаи, когда тот, который оказывает помощь, полностью выбиться из сил. Это очень тяжелый физический труд. И, конечно, морально-психологическая атмосфера тоже тяжелая. Поэтому иногда скорая помощь, если запоздает, то не будет понятно, кому же оказывать помощь. Или этому пострадавшему, или тому, который выбился полностью из сил. Вот только такой человек может прекратить реанимационные мероприятия. А пока эти силы есть, нужно держаться и продолжать. Олег Никитич, да, присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Так много
много сегодня важной, нужной, жизнеутверждающей информации прозвучало. Вы знаете, время прощаться. Я хочу пожелать, конечно же, вам крепкого здоровья. И вот несколько слов для наших зрителей, вы знаете, как бы последнее напутствующее, потому что сегодня, возможно, очень хочу надеяться, что кому-то эта информация станет, знаете, как для общего развития, вот так, но пусть она будет. Мы же не знаем, что преподнесет нам жизнь завтра или послезавтра. Вот, пожалуйста, камера, ваши пожелания. Ну, я желаю, во-первых, чтобы мы с вами по возможности не попадали в такие ситуации, а если и вдруг оказываемся хотя бы где-то свидетелями такого, чтобы мы не проходили мимо, а если только у нас какие-то знания уже где-то имеются и заложены, чтобы мы обязательно постарались их проявить. Поэтому мы, преподаватели нашего учебного центра, если только в результате наших занятий, а это вот сейчас это была только коротенькая, блицкриг, да, была такая, если благодаря нашим занятиям хотя бы где-то одного человека кто-то спас, мы уже считаем, что наша работа была не напрасной. Ну и мы тоже так считаем. Благодаря нашим встречам, возможно, кому-то мы и поможем. Олег Никитич, спасибо вам большое. Я хочу пригласить вас, ваших коллег в наш эфир. Приходите, рассказывайте, учите нас, и пусть всем будет в этом мире счастливо житься и всем здоровы, чтобы было. За нами остановки не будет, пожалуйста, если только у вас будет такая возможность, мы... Спасибо большое. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Це вас хвилює». Я, Нелі Толмач, дякую всім, хто склав нам компанію. Я бажаю вам міцного здоров'я. І залишайтеся і надалі на нашій затишній хвилі. До зустрічі в ефірі.